И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте в этом ролике вот этого персонажа вставим в какую-нибудь локацию. Так, вот у него анимация ходьбы на месте. То, что нам и нужно именно для того, чтобы он шел по пути. Давайте добавим все это дело. Значит, залинкуем сюда какую-нибудь сцену. Можно ее скачать будет. Так, у меня вот пляж с предыдущего, значит, проекта скачанный. Так, подгадаем теперь пляж, выровняем его по ногам, вот так вот, смотрим, куда он смотрит. Так, n панель закрою, тройка на нампаде, единица, так, эта тройка вот так вот выглядит, семерка на нампаде. Нам нужно все это дело, значит, так, единица где у нас, за скалой, тройка, значит, у нас вот она, семерка на нампаде, и развернем нашу вот эту локацию вот в таком духе, чтобы она была именно тройка на нампаде. Так, N панель, теперь screencast key, чтобы увидели, что я буду нажимать. Так, персонаж у нас, значит, разозленный такой или воодухотворенный, должен пройти вот через эту арку. Давайте теперь добавим, выключу, значит, текстуры пока. Вот вы видите, что у нас, значит, на персонаже 40 кадров. И здесь у него еще вот они сопутствующие, да? Так, их, в принципе, можно потом будет подогнать или удалить. Но они потом могут исчезнуть, как к пути привяжем, да? Ну давайте, раз они вот эти не нужны, но они не будут задействованы. Но мы их потом можем поставить, там 43 кадра, допустим. Так, тогда оставляем. Заходим в Object Mode. Теперь заходим Add. Нажимаем Curve. Находим Patch. Так, поднимем его повыше. Вот он у нас такой вот Patch. Путь. Найдем Edit Mode. Найдем Normal и поставим, чтобы видеть. Видите, куда смотрят вот эти усики. В ту сторону и нужно направлять этот патч. Так, семерка на нампаде. Мы его сейчас перевернем. И смотрите, что будем делать. Не будем вытягивать, экстрадировать, а будем вот эти все, значит, передвигать просто. Так, передвигаем их туда, куда он должен прийти. Ну, допустим, вот сюда, да? Так, теперь один путь, семерка на нампаде, G, можем его тут подкорректировать. Ну, далеко, в принципе, не надо ему идти. Сейчас посмотрим по кадрам, сколько подгадать, значит, по кадровочку сюда, да? Так, еще убираем вершину, G, обходим, видите, камень. Потом еще одну вершину выбираем и где-то здесь обходим. Ну, в принципе, что? Здесь он и пройдет. А ну-ка, смотрим. Все, чтобы он на камень не наступил. Все нормально. А ну-ка, английская А. Смотрим, как чего. Если что, потом уже подгадаем этот путь по локации. Object Mode. Так. Путь, видите, что опустился. Вот он. Слишком низко пойдет по внутренней кромке. Так, сейчас будем это дело думать. Заходим еще раз в Edit Mode. G. Приподнимем путь повыше. Чтобы, вот видите, появляется над локацией. Так, смотрим, чтобы сильно, значит, он не задирался. Пусть по песку тоже погуляет. Так, здесь, значит, тоже можно приподнять, подвести поближе. Так, что у нас тут? Ну, давайте сабдивайдом можно еще подразделить, да? Так, вот эти вот вершину выберем и сделаем сабдивайды. Так. Почему-то не подразделяется. Ну-ка, стоп.
Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. G. Здесь он уже пойдет поверху, не есть хорошо. А ну-ка. Да, тут он по воздушке уже. Ну, путь потом попробуем заодно отрегулировать. Так, сначала мы его опустим. А уже при анимации будем смотреть, как он будет наступать и куда будет идти. Так, ну, в принципе, пути ему должно хватить. Заходим в Object Mode, выбираем теперь нашего персонажа с анимацией. Так, теперь выбираем через Shift наш вот этот вот путь. Так, его еще надо умудриться выбрать. Во, поточнее. Делаем Ctrl-P. Patch Constraints. Смотрим. Выбираем нашего персонажа, заходим. В настройки констрейнов. Смотрим, все нормально. Follow Curve — это разворот. Анимируем путь. Выбираем теперь нашу кривую. Вот эту. Заходим на кривую. Находим Patch Animation. Ставим здесь 800 кадров. Не меньше, потому что смысла нету на такую длинную анимацию. Он слишком быстро будет идти. Тоже высчитываем, сколько нам понадобится кадров. Ставим в таймлайн тоже 800. Заходим теперь, выбираем нашего персонажа. В настройки. Note Animation вот эту. Так, открываем ее. Смотрим, что у нас. Да как? N панель открываем. Находим Stretch. Так, я сейчас побольше ее вытяну. Так. Action Clip. И смотрим. Верхний стоит у нас 43 кадра. Вот вся его анимация — это 43 кадра. Начинается с первого. Так, следом нам нужно прибавить вот эту вот штуку. Сколько будет проходов на 800 вот этих кадров, сколько он будет идти. Вот он идет нормально. Все хорошо, но давайте зайдем в Object Mode, выберем вот этот наш патч, и у него проваливаются ноги. Так, вот это можно теперь опустить. Заходим теперь в Edit Mode и попробуем G все это дело приподнять. Так, пошел он по песку. Главное, чтобы при анимации он потом никуда не заваливался, не проваливался, значит. Так, 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 здесь вот он идет. Здесь у него уже бугор. G. Уводим это дело в бок. Так, по камням тоже ходить не надо. Потом можно камни отодвинуть, подгадать ему где-то чего-то как-то. Так, вот здесь у нас, значит, получается... А ну-ка. Subdivider, да? Добавим здесь вершинок. Приподнимем.
Так, что тут у нас? Выберем еще вот эти две вершины. Так, Ctrl-Z. Ctrl-Z. Не на ту нажал. Пробуем еще раз Subdivide. Так, G. Угу. И пробуем еще вот эту отсабдивайзить. Так. Ну, на бугру, наверное, побольше сделаем. G, можно это дело, значит, подтягивать, вытягивать. Смотрим еще, что тут происходит. Так, на вот этот кадр. Угу. Ну, давайте и тут тоже сабдивайдов добавим. Так, нога уходит. Землю это есть гуд. Потом сейчас будем следы еще делать. Так, все, гражданин идет. Сохраним все это дело. Так, теперь нам что нужно? Оставить следы, значит, на песке. Как это будем делать? Выбираем обувь персонажа и добавляем constraint. Так, это будет у нас, по-моему, так, динамический dynamic paint. Это будет у нас, значит, кисточка. Вот это ноги, кисть от brush. А вот этот пляж. А так, он его тут нету. Получается, сцена-то линкованная. Значит, пляж, вот эту вот землю желательно кидать именно отдельно, да? Ну да. Ну давайте так и сделаем. Сейчас зайдем. Значит, выберем вот этот пляж отдельно. Так, файл. Так, пляж, don't save. Так, океан тоже выберем. Это значит сделаем Ctrl-I. Все удалим, delete. Опа, и все меняется в размере. Это уже не есть good. Ctrl-Z. Так, куда-то все пропало. Так, оставляем только пляж и, значит, что получится у нас? Камера, свет обязательно отсюда удаляем.
файл save. Экспорт FBX файлом desktop. Тогда заходим опять в пляж. И что нам понадобится? Нам понадобится просто удалить вот этот пляж и море. Так, вот это тоже delete. Так, сохраняем его опять в файл save и заходим, значит, куда? Заходим теперь в Clayton Link. Пляж удалился. Файл import FBX desktop. Пляж импортируем. Семерка на нампаде, значит, мы его перекручиваем, подгадываем по нашему вот это, по нашей скале. Так, все, это дело, значит, он тут ходит. Пляж нужно подгадать по высоте. Так. По высоте подгадан. Почти, наверное, да? Так, Ctrl-Z, семерка на нампаде, и нам поможет вот эти камни для ориентира. Так вот, ага. Все нормально. Поднимаем теперь кверху и подгадываем пляж. Так, выберем теперь нашего персонажа. По новой, значит, сделаем ему такую штуку. Так. Ноги выберем. Dynamic Paint. Это опять же будет кисточка. Назначаем. А на пляж. Вот на эту часть, да? А, или на эту. Рисуем Dynamic Paint. Paint это будет холст. А ну-ка. Попробуем еще на одну. Так, тут еще, наверное. Попробуем отрегулировать. О. Уже получше, значит, ставим еще побольше 34. Вот. Тоже ставим 42. Так, давайте теперь сделаем, значит, что? Вдавливание снега, да? Динамическая paint, canvas, вертикально. А, это не canvas, это будет у нас
Кисточка, браш. Так. Mess volume. Так, тут нужно уже переводчика, да? Так, интерфейс на русский. Источник, объем меша. Объем меша пусть плюс близость, пускай будет. Теперь выберем наш вот этот остров. Так, остров выбран. Динамическое рисование, добавить холст. Вершины, сглаживание, сглаживание ставим. С 1 по 800 кадр, тут будет кисть. Смещение поверхности, а ну-ка. Так, чуть-чуть приподнять, если... Так, сглаживание можно поставить, вершины, секвенция изображения, а ну-ка. Ну, на этом пляже не будет, походу, ничего, потому что вы видите, что слишком большие полигоны, трисы. И чтобы это все дело рисовалось, нужно это все дело подразделить. Ну, принцип... Вот такой, значит, на это все дело. Если сейчас давайте вот это все скроем, вот это все удалим. H, Shift, A, добавим mesh, добавим плоскость, сделаем ей S, подгоним его под персонажа, пока вот здесь вот пускай, по ногам. Зайдем в режим редактирования. Подразделим все это дело. Так. Зайдем в объектный режим. Найдем динамическое рисование. Это будет холст. Добавить холст по вершинам, чтобы рисовало. Это будет, значит, кисть. Вес. А ну-ка проверим. Так, оно... По весу нет смещения поверхности, а ну-ка. Во. Вот они уже остаются тут следы. Где он достает, значит, до этой штуки, там у нас остаются следы. Вот это слишком глубоковато. О, нужно переделать пляж, и чтобы следы хорошие оставались, еще больше полигонов надо давать. Так, давайте зайдем в режим редактирования, еще раз подразделим. Ну, это нужно какую-то дорожку тогда делать, потому что, ну, это будет жесть. О, все, у меня сейчас тупоря поймает. Ctrl-Z. Так, ну где-то пусть так пока. А ну-ка. Угу. Вот, видите, еще насколько больше нужно. Вот. Раз, два, три, пошел. А ну-ка, play. Что нужно сделать, чтобы они исчезали? Вот растворение поставить. Оп, они исчезают. И вот длинные полосы остаются, видите, вот такие. Потому что он цепляет, ну, сильно много вот этого меша. Ногой у него шкреп идет. Так, а вот здесь уже мало. Чуть-чуть прибавим. Все-таки песок, он должен проваливаться, правильно? Еще больше.
Вот он теперь, эта нога проваливается, а вот это будет скрипти. Ну, такая походка у него. Вот, раз, и остаются следы. Так что нужно переделать пляж, новый песок на него накладывать, и тогда все заработает. Alt-H. Вот такой пляж не подходит. Вот нужен именно вот такой вот. Тогда будет все классно. И чем больше полигонаж и сильнее, значит, у вас мощь компьютера, то со следами у вас получится хорошо. Ну, так, если кисточку вот взять, а ну-ка, здесь объемная. Так, давайте поменяем, а ну-ка. Близость, а ну-ка. Не прокатывает система центра объекта, объем меша. Так, это значит, H скрываем. Так, объем меша, близость. О, еще получше будет, наверное. Нормально. Поглубже опускать вот это. Опа, Ctrl-Z. О, где он наступает, там следы обязательно. А здесь вот он раз уже вверх пошел, тут надо подправлять и перекручивать, и получится тут уже бугор. А ну-ка, R. О, вообще рисует. Не идет, а пишет, как будто. Так, вершины и еще что? Если мы выберем вот это вот смещение, так, это вес, смещение. Что тут еще можно? С нарастанием вот можно ставить. Потом это все обязательно нужно запечь, чтобы уже, когда готовая у вас будет анимация, все это запечь, чтобы все работало. Так, смещение. Так, если кисточку выбрать, объем. Вот можно объем меша ставить, тоже работает. Так. Ставим объем меша, и сейчас вот это вот еще посмотрим, вершина, секвенция, а ну-ка, вот это, как ее, с текстурой не получается, только по вершинам. Так, с 1 по 700 кадр, кисть, вес, а ну-ка. Волна вот можно, раз, как будто по воде идет. Вот раз, а ну-ка, давай. Вот как будто он по морю идет, в воду зашел. Вот такая штука может еще быть. Итак, вот такой ролик, да? Теперь нужно переделать полностью пляж. И можно, чтобы он даже заходил в океан. Это я, значит, удаляю. Alt-H. Возвращаю все. И вот этот файл будет для скачивания, значит, в этом группе. Кто захочет, попробовать тут потестить. Все уже будет путем, по настройкам полазить тут немного. Так. Все, всем пока, до свидания.